Вот такая игра. Ну я реально, ну, клево же. Просто клево. Так, ждем мусорпик.
Так, все. Запилили счет. Ну, вроде нормально, да? Вот скажите. По размеру, по расположению оставлять. Да про микрофон-то я знаю, спокойно. Я же специально вырубал его. А, да, Димаго у нас получается справа, браток, слева. Зря я менял. 3, 1. Все поменяли. Теперь все четко. И свернуть эксплит. Все. Великолепно. Что мы видим? Браток играет supply барак в стенке. Ну, опять же, это Mind Games. То есть первые игры, помните, да, вот первые две игры у братка. Supply был дома, и барак был, или не было барака, или барак был дома. Или он был очень поздний. Здесь и стенка. Опаньки. Опаньки, ребята, газ в ТВЗ от братка. И это очень интересно, что он собирается мутить. Это может быть, в принципе, ну, не знаю, ранние гелики, против 4 квин вряд ли. Не знаю, что это может быть. Посмотрим. Даже не буду угадывать. Посмотрим. Стеночка глухая. На самом деле на дуалсайте удобно. В том плане, что, смотрите, снизу, если Марика поставить, довольно сложно овером залететь. То есть нужно облетать вот так вот. Понял, так. И так вот. Вот сюда. И овер, блин, дамага теряет. Ай-яй-яй. Здесь вроде есть мертвая зона. Над камнями. Вот здесь вот, на пике. Или в водопаде. No. Все. Оверлорд-призрак пролетел сквозь камни и в пальму. Тропический оверлорд-призмак. О, фу, блин. Призмак. Призрак. Да, это гелики. Гелики против кучи суперранних королев. Ну, фиг знает. Это знаете, что может быть? Это может быть Алын с мародерами? Теоретически нет. ТЦшка. ТТшка. То есть, в принципе, могла быть опция, знаете, какая? Я вроде только уже играл так. Это гелики с мародерами. Вопрос в том, был ли там ТЦ? Но может быть и был. То есть, в принципе, я не исключаю вариант, что даже с ТЦшкой Проток может перестать строить сорвов в какой-то момент игры и крепать просто масс мародеров. Что нам нужно для этого Алына? Три барака с техлабами. Один газ, все. И техлабы. Пока первая техлаба, но это еще ничего не значит. Нужно еще два барака добавлять. Если мы реально собираемся играть гильона мародеров. Сейчас увидим. Сейчас мы все увидим. И пес палит! Нет, не палит! Не добежал. Немножко песик. Steam. Марик. Ага. Но фиг знает. Марик не мародер. Хотя бабки были. И бабки еще есть у нас на четвертую базу. На бараке. На что-нибудь такое. Полезное, нужное. Тут у нас три королевы. Еще две королевы. Шесть королев будет у Димаги. Шесть. Not bad. И Гири пытается проехать на пофиг. Заехать на мейн. И не получается. Великолепный блок от Димаги. Просто по красоте он заблочил геликов, но гелики ворвались на натурал вместо этого. Уже убили четырех рабов. На 4 это не 29. Как было на Клауде. 4 это нормально. Не, браток играет дефолт. Макро. У нас пристроечки. Реакторы на бараках. Скоро будет старпорт, скорее всего, добавлен. И на нем будет тоже реактор. Да, сейчас будет старпорт. После факты. И второй реактор. Вот. Крейт на плюс один. Так. И... На барак на реакторе. Есть газ, скоро будет добавлен старпорт, видимо.
Вот старпорт пошел. Опять же, под него реактор. Все четко. Это будет выход очень ранний с щитами, возможно. Потому что будет второй газ, и будут деньги на него, на апгрейд. Со щитами, двумя медиваками, мариками, плюс один, и гелионами. Выход опасный. Выход, который должен убить, просто убить третью базу. Это минимум. Иначе будет фигово, потому что парабам. Проток отстает довольно сильно. 15 арбов минус. И мула не тройные. Тут псы контролят третью базу. Пес, точнее. Гелики тоже не лыком шито проверяют базы. Халявные справа-слева. Так, плюс один, щиты, да. Первый медивак. И второй. И второй. Второй медивак нужен. Браток. Да, пошел второй медивак. Очень четкий выход, заметьте. Щиты плюс один медиваки. И приличная кучка мариков до покатух. Задолго до покатух будет выход, скорее всего. Хотя, может, покатухи и успею, смотрите-ка. На щитов ровно минута. И покатухи 2 минуты. Ну фиг знает. Если прямо их сейчас их пильнуть, то может и успеют. Главное не втыкать. Не втыкать, Дмитрий. Инфестейшн. Ну покатухи-то можно. Деньги-то есть. И все, и мы отобьемся, все хорошо, Дмитрий. Ну, Дмитрий, ну пильни покатушки-то. Без этого грейда будет нереально сложно. Просто нереально. Конечно, можно отбиться, если бардок завтыкает. Но мувят дастся на бейлингах. Но если будет никрить, то покатухи это must have. Двойной дроп. Двойной дроп. И в это время выход по земле у нас будет на третью базу. Собирается шатать браток. Выход под третью с геликами. Ой, это жестко вообще, как буря-то, пипец. Двойной дроп на мейн. Хороший еще один выход на третью базу. Есть Бейн уже на мейне, хорошо, но мариков нужно сплитить. Неплохой сплит. Где-то 5 мариков потеряно. Псов довольно много. Умирает медивак пустой, в это время марики отдаются на Бейнах. И демага очень уверенно отбивается. Не потеряв вообще нифига. Разменявшись в плюс. Строит рабов собак? Why? Мы же отбились, все хорошо. Почему собаки? Я этого не понимаю. Ну, ситуация как бы сейчас у демаги фиговая. 52-47. Хоть он и отбился, но нужно было закрепить преимущество. Хорошим заказом рабов. Вот они пошли рабы, но после собак. Почему? Непонятно. 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 Сейчас было бы рабов не 4, да, да, в продакшне, а 19. Вместо 30 собак. 15 рабов и все ок. Рабов было бы 71. Ой, псы отдаются. Аккуратнее, аккуратнее нужно. Дмитрий, два гелиона заезжают на третью базу. Тут есть две королевы с маной. И гелики отдаются. Пытаюсь забрать хотя бы пару рабов. И забирают. Никого не забирают. Забирает. Гелик отдается на халяву. Что у нас по дропам происходит? Так. Грейды у нас 2-2 пошли. 2-2 и у демаги. Занимает третью очень поздно браток. То есть сравнить с первыми играми. Закупка! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Успел! Успел! Хорош! Успел закопаться пес. Все, просветка. 250 минералов. Такие. Немалые деньги. Мана есть, но там поджимают уже. Линга, бейлинги. Хотя бейны без покатух все еще, заметьте. Прикольно, прикольно. Неужели собирается давить демага с псами? С инфестами тут нету бункеров, ни одного бункера нету! Но сплитит браток и... Танки, медиваки отхиливают. Да. Медиваки тащат. Все псы отдались. У демаги все еще экономика так себе. 69 рабов на 60. Это плохо. И пухлик, пухлик, пухлик уходит. Нет, не уходит. Минус 0 пухлика. Медиваки нельзя отдавать на этих паразитах. Минус... Нет. Медивак 1 хп. Нужно было немножко подмикрить демаги и забрать медивак. В это время марики у нас готовятся, забегает на третью базу. Демага все это чекает. Видимо, овер спалил или крип, или зелнага.
Не знаю. Но дропчик был отбит. Ну, не отбит, конечно, он просто отлетел, но... Скалопендра, это, многоножка. Мешала посадить базу. Умри. Не взорвется, что ли? Если по ней пощелкать. Нужно быть игроком, чтобы она взорвалась. Просто жестко щелкать. Ну ладно. Так. У братка больше лимита. Блин, ну Димага копит бабки, это фигово. Это фигово. База есть. База есть. Блин, крип, посмотрите на крип. 15-я минута игры, крип уже на третьей базе. Он уже нарезает на бараке. Наползает. Пошел дроп на золото. Собаки тупят в узком проходе, отдаются. Здесь база не работает. Крип, конечно, офигенный, димаги. Еще можно сюда кинуть криптумор. Или вижен нету, да? Да, нету вижена. Обидно. Блин, тут такие размены бешеные. 5 килсов у Марика. То есть Марик уже в 2,5 раза выгоднее разменялся. Убив 5 собак. Забирают Мариков, КСМок даже. Да, золото не поставить. Тут у нас криптумуры стоят повсюду. Пес есть. Его можно закопать сюда. Димага может его не увидеть, просто за деревом. По крипу так опасно ходить, если вы теран. Зерк все видит, зерк офигенно мобилен. База не работает, на патруле стоят псы бейлинги. Тут псы бейлинги, там псы бейлинги. Еще и дропчик пошел, Димага его палит, скорее всего, да. Да даже если не палит, тут псы бейлинги. Все просто принимают. Собирается принимать, на муви нет, не успеет. Или успеет, успевает принимать все... Ну, тут довольно мало псов. Но все танки минус. Это офигенно для Димаги. Офигенно хорошо, но дальше не стоит ломиться, да, все-все-все. Минус пухлик. Возможно, будет минус второй, нет. Или... А, брудлорды без прикрытия! Нету мясной прослойки! Голые брудлорды, ты куда, Димага, ты что? Опомнись. Дмитрий. Ну, просто там два бейлинга, 4 бурда. Они могли отдаться на халяву, там 185 лимита тирана. Там даже викинги не нужны, просто в лоб. Можно было перещелкать. Димаги много, но опять же, вся армия у него тут разбросана по карте. Здесь псы-бейлинги, там псы-бейлинги. То есть лимит хороший, но он на карте находится, это фигово. И снова занимает Барток агрессивную опорную базу под золотом Димаги. Димага собирается нападать. На третью базу. Довольно мало бордов, всего 5 штук. Это... Ну, это мало. Но принимаются марики. Хорошие размены для Димаги. Прорываются собаки через суплай, через стенку. Пошли залпы. И снова размен базами. Размен базами... Напоминает Whirlwind. Очень напоминает. Но здесь... Но здесь у братка снова... А, не поставить базу. Фейл, фейл. То есть помните козырную базу на Whirlwind? Над натуралом Димаги, агрессивную. А здесь ее нету. Из-за пса. Пес-герой. Он столько денег выиграл для Димаги. Ну, денег, которые не собрал браток. Не добыл. Есть база справа у Димаги, но она не качает. Перевод рабов на нее. 5 штук. Аккуратно, аккуратно мариками. Теряет часть мариков в браток. И снова почти дабл лимит. Плюс 40 лимита братка, браток снова давит. Врывается в бэнов! Нужен сплит! Сплит, ну так себе. И марики, 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 по кускам нельзя отдаваться. Улетает браток, в это время собаки сзади, брудлорды. Сзади сгрызли все танки. База есть, но база не качает. Садится орбиталка справа, в это время группа покарала последнюю нормально добывающую базу. Димаги, и у Димаги не осталось хат. Ну, кроме натурала, но там рофл. То есть такой же рофл есть и у братка. Но у братка еще есть база справа внизу и база слева. Ну так. База в кавычках, конечно же. И у Димаги огромный банк ресурсов. Вот сейчас бы слонов. С 5-3. Сочно, смотрите. 40 маринов, 0 танков, 0 мародеров. Вот слонов бы сейчас вот
По красоте. Но слоновника вроде даже не было. Да, нет слоновника. Почему лезем без брудов, Дмитрий? Блин. Почему без брудов напал Димага? Ну что за... Что ж задача такая, блин. Поторопился. Просто поторопился. Его было немножко больше. Арбов у него все еще больше, но баста нет. И снова дроп игре. Продолжает бесить браток. Дропает на третью базу. Забирает пару рабов, но фигня на самом деле. Тут у нас планетарка с двумя рабами. Вот. Строятся КСНки потихонечку. Но если братка, я бы снял рабов с газа. Вот с мейна 6 рабов взял. С натурала еще там парочку взял. И вот налево. На планетарку. Ну, зашибись было бы. Газа дофига, 1300. У Димаги достроилась база. В кои-то веки. Начинает копиться лимит. Крейт на атаку инфисы тираном и квинам. Ну фиг знает. Вроде грейт так себе. Хотя я могу ошибаться. То есть лучше было бы сделать, мне кажется, грейт на броню брудлордом. Чтобы викинги их не так жестко убивали. Ну хз, хз. Так, ладно. У нас бункер с одним мариком. Очень грозная оборона. На третьей базе. Не пробить, ничего не сделать с ней. Ой, битый Тор! Кидается неплохой фангл на половину мариков. Тор тут же отдается. И браток поторопился с выходом, конечно же. Тут его маловато будет. Хотя не 44 марика. А где они все? Дроп пошел. Вот они, марики. Дроп на мейн, но там на мейне-то нифига нету. Есть. Нет, есть два инфестора с маной. Фанглы, фанглы, Дмитрий, фанглы. Есть один фангл, но поздновато. Второй. В это время замес на планетарке слева. У Димаги больше лимита на 40. Сплит от братка. Крафтеры нападают. Взрываются марики, умирают марики. И крафтеры разбираются. И Димага вытягивает вроде как... Да, тащит, тащит, Дмитрий. По красоте. Тут такой крип жесткий. Пипец. И уже боевого лимита у Димаги больше, на 35. Димага просто закомбэчил жестко. И было почти в два раза меньше, помните, в момент размена? 108 на 60. Ситуация обратная. В данный момент. Тут такая гавша, что я не знаю, как справиться с ней. Браток. Викингов всего два. Ну, один будет второй. Крафтеров больше в два раза. Пусть есть фанглы. Инфесты тирана с атакой. Козырно. Марик отчаянно, блин. Марик герой. Под 7 брудов. Встал. Карают марики собак, карают марики рабов. Пытаются разменяться. Размениваются. Вроде неплохо. Позабирали где-то 8-9 рабов. Около 5 собак. И отдались. По рабам сравнялись. Вот газор. Смотрите. А, нет, просто газ закончился. Часть рабов он снял. С мейна? Двух. С газилки. Я отсюда снял. Вот рабы тупят у нас на натурале. По сути, у Димаги одна база. У братка тоже будет одна база, потому что планетарку он теряет, скорее всего. Главное рабов спасти. Тирану рабов спасти. Просто увести, пока они живы, пока можно. Да не отчинивать. Как ты собираешься ее отбивать? На. Амбициозно. Но маловероятно. Что отобьет? Фанглы, фисы тираны. Викингов не хватает. И крафтеры справляются. Еще мулы пошли. Not bad. Тридцать минералов. Нормально. Окупился, пацан.
30 минералов на халяву. Может, дропчики, может, там позабегать что-нибудь, я не знаю. Как еще можно вытащить такое, если вы теран? Только на дропах как-то, да? Марики, медиваки, вот да, пошли, но... Просто в лоб такое не убить. При всем желании, даже если вы там... Какой-то супер-топ-кореец, КОДС. Здесь уже такая... Небольшая крит-масса. Скопилась. Пухликов, инфесторов. И корапторов. Ставить демага золота слева. Моряки пошли карать крип. Чистит место под золото, под натурал. Чтобы натурал можно было перевести, перелететь. А, мейн. Мейн переводим. Окей. Чекает браток базу. Справа. В 3 раза больше лимита. Ну, в 2,5. У Дмитрия. Второй говорит на атаку рейндж. Ну, инфеста тираном. Вот время отменяется золото. Браток грамотно тянет время. Просто потянуть время, выиграть немножечко для себя, чтобы база закачала золотая. Чтобы викинги настроились, чтобы марики там на мейне покуролесили. И демага всей говшой, брудами, крафтерами, всем бегает за одним несчастным дропом. Сбивать, микозить и сбивать его, карать. Отдался пухлик, неприятно. 2 пухлика с полной маной. И псы легко отобьются, естественно. Как же иначе? Выходит браток на золото. Новая у нас группка есть. Он так шатает просто, ну то есть ситуация уже все. Любой другой тиран проиграл бы уже минут 8-10 назад. Ну, с такими лимитами. Но браток живет, браток тащит, понимаете? Как бы красавчик. Но и демага не просто отбивается, не теряется, что самое главное. Везде готов. И крип-крип-крип пропадает. Просто в лоб идти и давить. Вот с такой вот мощной. Пофиг на базу там, ну, потеряем, ну и ладно. Хотя фиг знает. Если бейстрейд, там орбиталки улетят, хотя и крапторы есть. Сбить их можно. Хз. Так или иначе, золото готово. Полетели мулы на золото, но мулы так себя. То есть это мулы пофикшены. Бонуса по золоту у них нет. Инкам такой же. Ставит браток газ на 3-й базе. Кидает мулей на нее. Но браток понимает, что его пришли убивать. Что-то нужно делать. И браток делает выход с танком и 18 мариками. Собирается идти в бейс трейд. Правильно, собирается. Но тут довольно много псов. И фанглы могут принять. О, фангл великолепный от Дмитрия. По всему. По марикам, по танкам. И марики умирают. Покатились Беннин по крипу. И... Немножко не докатились, но... Уже пофиг. Есть новые псы. Передроп наверх. Но мейн проток теряет. Летает дропчик с 3 мариками. Да. Шансов, конечно, у братка не осталось. Лимит X3. Парм X4. Есть новая группа мариков, но... Блин, жалко их. Жалко. Пацаны. Фанглят, микозят. Пушат. ГГ. 3-2. 3-2. Демага навязывает бой братку. И берет 5-ю карту. А то как-то браток разыгрался. Счет 3-2 в пользу у братка.
Так, и Бардак убирает лузерпика Мантигу. Так, SL Антига. Так. Где она? Блин. Создаем, приглашаем. Раз. Два. Три. И начинаем шестую игру. Напомню, что это Бо-9 за 500 американских долларов. Все готовы? Поехали. Шестая карта по счету, нужно сменить счет. Так, конфигур. 3-2. Оу. Так, 3-2, все правильно. 3 слева, 2 справа. Ну что, GSL Antigua Shipyard. Он ли кросс-респауны у нас? Слева наверху появляется Empire Браток. Желтый Теран. Справа внизу появляется Димага. Красный Дерек. Что, смотрим? Болеем? Своих любимчиков. Чизов нет, ранних пулов нет. Тимага играет через овера. Видимо, в хату. А у братка снова стенка. Боится чизов, ну реально. Как боится. Ну или просто перестраховывается, ну. По своей фирменной теме. Supply барак у нас будет, скорее всего. У нас уже застройка. Так, картинка есть. Все хорошо. Браток ставит барак. Да. Не халявим. В этой игре. Помню, что GSL Antigua — это выбор братка. То есть лузер пик. У братка есть заготовка. Газ, не газ. Не газ. То есть у нас получается барак ТЦ от братка. А Димаги фаст хата. 15-я. Окей. Разведка, все парим. Видим, что газа нету, понимаем, что... Ага, макро. Хорошо. Здесь... Можно сделать ранний пул, опять же. Подхалявить. По дэхе. Уходим. Орбиталка поехала КСМ на разведку. Только сейчас. Опять же, поздний хлявный макропул. Димаги. И ТЦ-шка от братка. Сразу снизу. Угу. Так, ну что дальше будем делать? Очевидно, что Димага снова собирается играть свою тему. Помним, что он играл последние 5 игр через Маск Королев без газа. Но с очень поздней третьей базой. При меня это единственное, что смущает в старте Димаги. Что у него очень поздно третья база. И если браток играет в макро, ну,
30C апгрейды, то отставание демаги просто огромно по экономике. Опаньки. А браток не ставит газ. Браток ставит 30C, да есть же. 30C от братка. Ну как раз это, о чем я и говорил, да? То есть в макро все окей. Вот с газом там, да, вот с подпушами уже фиговее. На самом деле можно снова пильнуть клевую тему, типа бункера. Но бункер стоит, знаете, где? Не снизу, как помните, было на Ахане. Вот под рампой. А бункер стоит сразу на третьей, вот здесь вот. Чтобы к хинам было сложнее добежать до бункера. То есть, ну, у них скорость никакая без крипа. Или вот долго-долго плестись на эту базу, убивать там бункер туда-сюда. Вот. Но КСМ-ку карают. Есть два пса. КСМ-ка минус. Газа нет, да, у нас то же самое от демаги. Маск королевы, экономика, поздний газ. Овер палит третью, все грамотно. Овер палит тайминг газа. Заметьте, по таймингу газа позднего демага уже понимает, что там либо 2-3 барака до газа, либо там 30C. Но, зная братка, скорее всего он понимает, что там именно 30C. Что там не будет бешеных тем а-ля натурал и там 3 барака выход. Вот да, вот собирался браток, видимо, ставить бункер сразу на третий. Марки идут именно туда. Вот, КСМ... Бункер. Будет бункер, я вам говорю. Ну, неужели снова снизу? На. ТТшка. Да, снизу бункер пошел. Запираем демагу на натурале. И демага против. Демага негодуя. Через шифт КСМ-ка минусуется, и все. Отходим. Продали бункер, ушли. Да, это браток. Две инженерки, ранние апгрейды. Раньше, чем у зерка, гораздо раньше. Третья база уже готова. Стенка из суплаев строится. А у демаги 4 газа. И... Видимо, сейчас будет эволюшн добавлена парочка. Чтобы газ сливать. Лейер. Да, и эволюшны пошли. Ну что, посмотрим, посмотрим. Гелики. Чекают халяву, чекают ниндзя база снизу. Слева-справа. Так, баз нету, хорошо. Так, реактор. Еще бараки. Да, это будут снова у нас гелики. Марики-медиваки с апгрейдами. С очень поздними танками. От братка. И экономика, и агрессия. Head and Shoulders 2 в 1. Клево. 5 королев, мана трансфьюжн есть. Не пробить. Рабов дофига. 58 штук на 2 базы. Великолепная экономика. Супер мега фул. И минус овер. То есть овер не спалит третью, но скорее всего и так про нее демага догадывается. Космопорт, плюс 2 барака. И пошла штамповка. У нас мув, грейд на муфовером, грейд на закупку. Опять же для контроля баз. И для контроля оверов, ну, для контроля медиваков по бокам карты. Все грамотно. Но уже нужно добавлять братку, я думаю, факторки, танки. Пока не поздно. Ну то мало ли. Газ-то уже есть лишний. А, 2-2 нам нужно. Армори завтыкал. Немножко. Или это полминуты завтыкает, браток. С 2-2, но... Что поделать. Ой, опасно, опасно, опасно! Под гиреном забегает демага! Блин, отдача собак. Отдача лингов. Бил там... Ну... 700 на 400. Убил кропаль. Блин, почему собаки? Вот снова ситуация.
Ты знаешь, что там третья база? Ты знаешь, что тиран Макрица? Почему собаки инфесторы в продакшене? Плюс 10 рабов у братка. Он уже по экономике почти даблит Димагу. Даблит, понимаете? Ну, ну почему? Я просто, ну, не понимаю. Я негодую, ну. То сейчас у Димаги 1200 минералов? Нужен хайп, 2-2. И рабы на третью. Третья база не работает вообще никак. Тут тройные мулы, КСМ, все шикарно, братка. А что не обвести-то? Вот. Великолепная база. Все раскачано. Еще и выход пошел на центр. Тут гелики пасут. Три все марики, не все, но много мариков было потеряно. Снова дача псов. На два бункера, медиваки, здравствуйте. Я ваша отдача. Зачем? Зачем? Ну... Ай, Димага, Димага, что за лол? Принимаются гелики в газе хаев и шпиль величия. Ну, шпиль. В перспективе шпиль величия. 2-2 по одному таймингу. Отдача собак снова. Но в этой игре у Димаги есть грейд на мув бейном. Просто после такой игры на дуасайте, затащенной там на нереальном скилле, так халявно отдавать антигу, ну... Фигово. Просто фигово. Возможно, Димаги не нравится карта. Антига карта такая не особо приятная. Тут база сбоку занимает сложность. Если тиран нормально контролит мариками и геликами, как браток. Центр вообще офигеешь отбивать без бурдов. На центр тиран вышел, и все. Давай, до свидания. Вот, так что, пфф, фиг знает, почему Димага так играет. Рабов все еще мало. Инкам братка выше. На самом деле фишка в том, что у братка хоть и больше инкам, но если игра затянется, то в макро-стадии у Димаги эта база докачает. Это будет как преимущество. Ну, такое относительное преимущество. Если он отобьется от большего... Что? 180 на 130? Плюс 40 лимита боевого? Ну фиг знает. Дожить будет сложно, мягко говоря. Но возможно. Покатушки есть, пухлики есть, собачки есть. Главное вкатиться. Крип есть, вроде... Сбегают марики грамотно на третью базу. Вот смотрите, Димага, понимая, что базу не занять, нормально, третью, четвертую, он ставит ниндзю, правильно делает. То есть Марик палит самое очевидное, базу вот самую ближнюю к Димаге, ну, по воздуху. Типа, проще отбивать крапторами и бурдлордами, но он не палит здесь. Очень грамотная, смотрите, тема Димаги. Вот если тираны будут от инфестора, танки будут бить по ним, ну, то есть танкует инфестор очень грамотно. Инфестор есть слева. Шпиль величия я... уже готов вроде как, да? Готов шпиль величия. Пошли первые бурдлорды, но дожить до них будет нереально сложно. 200 лимита братка, 150 лимита Димаги. Димага нападает, инфесторы кидают сзади. Инфесторы тиранов. Забыты собаки справа, но... Димага разбирается. О боже, Димага разобрался. Или нет? Но бил большую часть танков. Все танки потеряны. Но тут такая вот хеллоу пати. И бурдлорды без прикрытия. Нет, с прикрытием, но прикрытие так себе. Прикрытие не тащит. Минус. Нет, не минус, красный, но живой. Выживает. И... Живи, живи. Не выжил. Такой жесткий замес, блин. И марики прорываются через прудингов, через собак к бурдлордам. Выщелкивают их. Собаки бегут с ниндзя базы. Дотекание псиное. Минус последний брут. 3-3 готовы.
ГГ. 4-2. В пользу братка. Ждем лузерпика димаги. Сейчас нужно собраться Дмитрию. Взять волю в кулак и затащить на волевых. Но будет сложно. Димаге нужно выиграть 3 карты подряд. То есть счет 4-2, бой 9, до 5 побед. Братку нужна одна карта. Димаге нужно взять 3. Вот так вот. И димага выбирает Daybreak. Окей. Ждем братка и начнем. Смотреть седьмую уже, получается, да, карту по счету? Да, седьмая карта. GSL Daybreak. Ну, продукты с зергами хорошие, помните, он недавно на Rhythmix RSL убил 3-2 сливку. Сейчас 4-2 с димагой. Солидно, солидно. Солидно это ВЗ. Ну что, на самом деле сейчас браток может играть фристайл. Правильно сказали в чате. У братка сейчас есть фора. Фора солидная. Фора минимум в 2 карты. Которые он может сыграть как угодно. Он может сыграть... Так. Те же самые 2 барака. Он может сыграть... То же самое all-in с 5 бараков с одной базы. Он может сыграть Гирена Мародеров, Дастер Порта Баншей, что угодно. Любой чиз all-in будет хорош. Так, Димага готов? Готов. Поехали.
Тимага написал «Ready». Картинка есть? Поехали. Возможно, последняя карта, возможно, только начало. Начало камбэка от Дмитрия Филипчука. На карте GSL Daybreak. Что, смотрим? Ну, вот реально, смотрите, у вас три карты бонуса. Вам ничто не мешает сыграть одну-две минимум чизом. С одной базы, с двух баз... Не особо важно. Но! Фишка-то еще в чем? Фишка в том, что Димага тоже это понимает. Что, опять же, опыт с КБВ есть не только у братка, но есть и у Димаги. Что с преимуществом в три карты... Браток может делать что угодно абсолютно. Не только макро. И Димага, по идее, должен страховаться. Максимум разведки, оверлорды, ранее разведка рабом и так далее. Ну что, посмотрим. Так или иначе, браток ставит суплай в стенки. Просто фишка в том, что ждать 6-7 пул от Димаги, когда он, ну, по сути, играет каждый матч как последний, я думаю, не приходится. То есть можно сыграть было supply дома, но в чем фишка, да? То есть supply дома — это больше денег просто у вас будет. То есть КСМ катается не целый экран там, да, да, с supply, а катается там, ну, вот столечко от минерала. Вы теряете там не 30 минералов, а 5 или 10. Вот, как-то так. Бонус, но приятно. Небольшой бонус. Так. Сменим счет, пока есть время. Конфигур. 4-2 получается, да? 4-2. Нет, стоп. Или 3-3. Нет, 4-2, все правильно. Браток же протащил Антигу. Брак ТЦ до братка. То есть у братка, я помню, есть такой билд. Довольно старый, древний. Билд, напомню, то ли ММА, то ли боксера. Это фаст ТЦ. И дальше пуш гелико-мародерами. И браток его умеет играть. И, в принципе, в ситуации с поздним мувом псов, когда у зерга нет плеток, и только квины и псы, пуш пробивает на ура. На то, чтобы есть у Димаги. Если браток сыграет именно так. То есть еще один алын, но алын, по идее, стопроцентный. То есть как контракт Димаги. Угу, так. Ранний газ, то есть у нас не будет трех баз. Но опять же, ранний газ — это сигнал. Сигнал того, что браток собирается играть не супер макро, а может быть какая-то, ну, типа гелена мародеров агрессия, правильно? Кто его знает. Но агрессия будет по-любому, и ранняя. И скорее всего агрессия именно на третью базу. Потому что браток не ставит свою третью раннюю. Ты должен убить зергу третью, правильно? Правильно. Так, рабы, королевы. Точку сбора меняем на натурал. Все четко. Сюда и кины. Димага делает то же самое абсолютно. Ничего в своей игре он не меняет. Факторка. От братка и реактор. Видимо, да? На первый полтинник. Пошел реактор. Вот сейчас, по идее, нужны бараки. Видите, деньги скопились. 300 минералов. Потихонечку второй, третий барак. Если вы реально собираетесь делать пуш гелена мародера. Если нет, то... Нет, так нет. Третья база. Все-таки Барток решил сыграть в макро. Клево. Тем лучше. Смотреть на долгую, интересную макроигру, чем на, хоть и жесткий, но такой очень быстрый одноразовый выход, ну, на игру в одну атаку, скажем так. Старпорт от братка. Опаньки, эти хлабы, банша. И банша, скорее всего, с инвизом. Газ есть,
На инвиз. Да, Беншугас тоже есть. То есть денег у нас хватает. Да, будет по-любому большая инвиз. 300 газа есть. Но фишка в чем? Браток начал миксовать страты. То есть он не играет алына. Он играет то... Что? Старпорт с техлабой. 300... 400 газа было и медивак. What the fuck? А, отменил. Но инвиза-то нет. Бэ, что-то... Не понял вообще ни разу. Тема братка. Отдаются гелики. Не доехал ни один. Что за... Отменил башню, заказал медивак. Вообще не понимаю, братка. Смотрите. Старпорт техлабый. Газ на инвиз есть. Газ на баншу тоже есть. Вы заказываете медивак, отменяете, делаете баншу. Отменяете и снова делаете медивак. То есть, видимо, Барток... Ну, фиг знает. Возможно, он забыл инвиз. Возможно, блин, я не знаю. Что у него в голове творится? А просто он спалился ли дроп? Спалился дроп! Спалился дроп на Аверлорде, который висел здесь вот над... Это что такое это? Ботанический сад? Вот это вот. Или это елка? Кедр космический. Хз. Дроп был спален, дроп не удался. И принимает демага. Две королевы собачки. Готовы. Так, что у нас по ситуации? Три ЦЦшки есть, добавляются бараки. До 5 штук. Медиваки хлебаются. Уже есть танки с сиджем. Ага. Здесь всю базу демага-то отбивает. Прикольный свет. Инфестейшене от лампочки, смотрите. Подсвечивает. А? Прилетела третья база наверх. Заранее, вовремя добавляется армори. Очень грамотно. По 2-2, чтобы не втыкать. Ай, собачки, собачки. Домикрил браток. Не отдал геликов. Ну, не всех отдал. И демага. Блин. Я сейчас буду ругаться. Та же ситуация, что была у демаги в прошлых двух играх. Есть третья. Но построить рабов. Дуасайте. То же самое. На Антиге то же самое. Не встретите, построй рабов. Раскачаю, сделай 90 дронов. Что мы видим? 59 рабов на 58 тирановских. Как так играть? С тираном 3 в 3? Плюс мулы. Вот. Да ей же. Плюс рабы пошли. Наконец-то. Но мало, можно больше. То есть 70 там сколько будет? 69 рабов это не предел. Далеко не предел. Хотя бы 70-80 там. Было бы сочно. Пес отдается. Пошел викинг. Забирать оверов находит одного, как минимум. Ну, королева есть. Можно лечить. Еще есть скорость. О, красота. Елики заезжают, но овер, возможно, их спалил. Может и нет. Не спалил, кюны переходят. Вниз принимать. Геликов. Собачки несутся, да. Демага спалил. Заезд геликов, возможный. И принимает его. Ну что, у братка три базы. Рабов одинаково. Добавляется шпиль. Хайф уже готов. Адреналин. Можно. Пошел адреналин. Гретер Шпайр. Где он? Вот, на третий. Мне нравится, как демага ставит здание. То есть, смотрите, то есть, если будет какой-то дроп, размен. Хотя, фиг знает. Где лучше, на третий или на натурале? Худшее место — это мейн.